Но атевзенцам другое. И кому нужны три правительственные декларации? На эти вопросы у единства ответов нет. Единство смущено тем, что у нас несколько рабочих групп. Мы пока не понимаем, сколько будем писать правительственных деклараций. Как таким образом дойти до создания коалиции, непонятно. Если мы просто советуемся, то советоваться можно вообще со всеми избранными в Сейм партиями, даже с зелеными. Зато Затлерсу все ясно. Эксперты нужны, потому что сами политические лидеры не могут понять программы друг друга. И эти рабочие группы помогают найти точки соприкосновения. В Центре согласия вообще решают не отвечать на вопрос, зачем нужны несколько экспертных групп. Я предпочту остановиться на том, что мы сами определим, в каких комбинациях мы создаем рабочую группу. Изначально политики планировали определиться с составом коалиции уже в эту пятницу. Но настроения изменились. Слишком уж запутанной стала эта политическая игра. Ольга Драгилева, Алексей Новак, Лаурис Карклинж, телекомпания ТВ5. Пересмотрят кадастровую стоимость недвижимости. Некоторым владельцам посчастливится. В будущем им придется платить за свою собственность меньше, рассказывает Вита Еленина. Со следующего года кадастровая стоимость недвижимости изменится. Ее будут рассчитывать по улучшенной формуле. Раньше брали во внимание